Здравствуйте. Сегодня давайте рассмотрим тему, почему после обновления программного обеспечения системы Windows стала работать хуже, или, так сказать, не так, как до этого работала. Для этого давайте запустим средство устранения неисправностей после обновления Windows. Это работает и как на 7, на 8, 8.1, 10 версии Windows. Нажимаем на клавиши Win плюс R. В окошко вставляем запись, которая будет дана внизу под описанием видео. Вставили, нажимаем ОК. Далее. Ждем, пока все это завершится. Пишет, модуль устранения неполадок не выявил проблему. Закрыть. Если такое написано, то здесь ничего не надо делать. Просто закрыли и все. Почему? Потому что до этого я запускал средство устранения неполадок после обновления Windows, и она мне была выявлена ошибка. И, конечно, компьютер стал работать лучше. После этого будет дана ссылка «Перезагрузить компьютер». Перезагружаете компьютер и увидите результат проделанной работы. Если это не помогло, то остается еще один вариант – откат системы на заднее число, при котором компьютер исправно работал. С вами был канал «Все своими руками» 36. До свидания.